Всем привет, вы на канале Темные Рыцари, меня зовут Дима. Я вас всех, дорогие друзья, приветствую прохождение прикольной игрушки Watch Dogs Legion. Я прочитал 11-я часть игры под названием «Увольнение без пособия». Я желаю всем приятного просмотра. Я друзья, в данной миссии буду играть за прикольного агента, который в предыдущей миссии себя заебывал пчеловода. Кстати говоря, я ему костюм сменил, изначально у него костюм был другой. Я потом его покажу в конце этой миссии. Кстати, друзья, еще в этой миссии я спасу потом не только бухгалтера. Наша главная задача сейчас спасти бухгалтера. Да, скорее всего, девушку. И потом я еще, друзья, вот что сделаю. Спасу нашу агентшу, которая давно пропала, и мне сегодня не было времени, чтобы спасти ее. Вот в этой миссии, друзья, я ее спасу. У меня получится сегодня будет миссии по спасению. Еще раз всем желаю приятного просмотра. И да, друзья, у меня теперь часок, у меня теперь агентов стало. До хрена, да? Классно, завербованных, круто, блин. Думаю, в следующей миссии, даже не знаю, на самом деле, с кем я в следующей миссии буду играть, а? Она будет подумать, а? Вот их столько много стало, блин, а? Так, им я уже играл, так, значит, подумаю, с кем буду играть, так. Ух ты, да, надо будет эти игры, я тоже в команду все это баловать, а? Такая прикольненькая девчонка, и вот это тоже такая классная, ничего. В общем, а да, в общем, мне просто прикалывает его маска, и сам только у него способности дофига. Все, ладно, друзья, поболтали, говорится, я вам показал. Погнали выполнять нашу спасительную миссию. Да-да, друзья, граффити прикольные, классно замутили, мне нравится. Так, сейчас тачку быстро какую-нибудь возьму, левую, любую, и пойду спасать нашего бухгалтера. Даже эту тачку, а, неважно какую на самом деле, а. Так, радио я послушал бы, конечно, с большим удовольствием, но авторские права — это плохая вещь, их лучше не нарушать. О, и есть. А там что находится? Диверсия? Это с миссией основной находится диверсия. Прикольно. Так, все, погнали. Единственное, чем мне игра это не нравится, так это именно оптимизация на ПК. На плойке... Ой-ой-ой, чуть не прибил, видели его, а? Повезло. Допустим, на PlayStation 4, вообще на плойках или Xbox, игра работает лучше. А вот на ПК есть проблемы, а? И мне оптимизация именно хромает. Это мне очень не нравится. Зараза. Тачка прикольная. Я на ней ни разу не гонял. Эта тачка. Она, конечно, не такая уж крутая по виду. Да, но тем не менее. Что-то она ржавая или в крови, так и не понял нифига, в чем дело. Ладно, не важно. Главное, что едет, главное, что выглядит неплохо, в принципе. Остальное не важно. На этом заброшенном газовом заводе подозрительно много бандитов клана Келли. И ни один не удосужился взять швабру. Думаю, мы на правильном пути. Ставлю на то, что наш вор здесь. Наш вор? Ага. Так надо спасти бухгалтера или вора? Или бухгалтера вора? Или как там девчонку вора бухгалтера? Ну, не знаю, либо будет девушка, либо мужик, пока неизвестно. Сейчас надо, друзья, быстренько будет осмотреться, а? Так, так уж кеводушки. Келли, Келли. Не вижу этих ублюдков, Келли. Так, кстати, в предыдущей миссии, друзья, я ликвидировал одну ублюдскую тварь. Скайварсон. Еще та была мудила. Нам еще осталось получится ликвидировать ублюдскую главу Келли клана, потом альбиновскую тварь и получается нулевой день, вот кто их командует ими. Ликвидировать еще троих боссов надо. Все, друзья, так, я хотел уже осмотреться точно. Так, где же у нас камера тут есть, а? Опа. Так, это у нас что такое? А, это обычный боец, в принципе, вот только у нас турелька, тут у нас взлом. Так, тут тоже так, еще камера. Вряд ли ее связали, чтобы получить скаутские нашивки за вязание узлов. Судя по оптику этой женщины, она и есть наша воровка. Вариантов может быть много. Подойду осторожно. Да-да, на самом деле вариантов может быть много. Так, как она выглядит вообще? Друзья, она точно так же выглядит, как у меня. У меня, друзья, есть агент уже. Точно так же он выглядит, как мой агент. Сейчас покажу быстро, друзья, вам. Вот, посмотрите, она точно так же выглядит, как мой агент. Только тут, получается, она помощница юриста, а там она, получается, бухгалтер. Ну да, ну дает игра. Конечно, игра может удивлять, а? Маленько, надо, правда, придумать план, как же обойти их, не выдавая себя. Это будет трудно сделать, друзья, но я постараюсь, а? Сделать. Это я посмотрел, я постоянно обычно иду на полом, это, конечно, легко. А вот по стелсу поиграть, это, блин, не так уж легко. Так, надо подумать только как. Ну-ка, тут у нас что?
Надо просто сразу всех спалить, а? Чтобы я знал. Ух ты! Ну что ты... А, я пока не могу тебя получиться контролировать, да? А, ты у нас машинка. Ух ты, прикольная тачка. Так, так, так. Взлом, взлом, взлом. Ух ты, а вдруг тебя можно сломать? Ну, в смысле управлять. Ух ты, какая-то фигня есть, а? Так. Это у нас кто? А, тоже. Еще... Ух ты, нифига себе. И еще турель. Да сколько же у вас тут, а? Блин, даже не знаю, как что замутить, чтобы меня не спалили. Маленько. Буду импровизировать. На ходу, как говорится, придумывать планы. Только маскировки нету. А могу ее прокачать? Ну, в смысле, использовать. Ах, это надо было до этого сначала мутить, да? До входа на вражескую территорию, а? Ох, еще один, а? Тоже командир, а? Как высоко жалко, как в ассасине нельзя сделать, а? Посвистеть, чтобы он пришел, я убить, убью его, а? Такая прикольная, я ему прикид сделал, а? Мне просто прикид больше всего нравится, а? И вот маска подходит ему, а? Класс. Опа! Это, получается, у нас кто? Девушка, да? Да, это у нас девушка. Так, ее мы вырубили. Ух ты, там командир, еще один командир, это, ёб твою мать. Так, турелька нас пока не палит, в принципе. Ах ты, падла. Так, тебе пока отключу, а. Что это? Я вырублю, а. Это тоже девушка, друзья. Так, двух девушек я уже вырубил. Так, робот пока не очнулся, надо срочно свалить, пока потом проснется, пипец, нас спалит, а. Я же хочу по стелсу пройти эту миссию. Постараться, хотя, по крайней мере, постараюсь, друзья. Просто реально, я в большинстве миссий именно так хожу налево и направо. А вот по стелсу я не помню, когда я в этой игре вот проходил по стелсу так реально, никого не убивая. Ух ты, твою налево, а. Так, ну теперь, мне кажется, сверху лучше пойти, да, наверх. Наверное, скорее всего, наверх пойти, да-да. Так и есть, друзья, лучше наверх. Сейчас. А маскировка не пригодилась бы, даже 10-секундная. Так, сейчас еще осмотрюсь, а. Так, там летает дрон, тут получается дрон, там какая-то типа фигня. Так, тут чел, там чел. Блин, он прям туда идет. Это уже у нас мужик, скорее всего, да-да, это мужик. Фу, друзья, пожелайте мне удачи. Я знаю, что это не стрим, но тем не менее, я же премьеру делаю. Вы поэтому можете в комментариях написать. Как будете смотреть. Понравилась, понравилась вам миссия моя. Так, пока там. Ну, друзья, по стелсу приходится ждать, чтобы проходить. А вот если не по стелсу, ну, вы понимаете сами, а? Что может даже не париться. Так, я думаю, я шею сломал. Поспи. Так, теперь этого командира надо вырубить. Там еще у нас... Больше кто пока не палит, да? Ах ты ж, зараза. Просто с ноги. Это была опять же женщина, командирша. Так, наша заложница находится там. Сейчас тут раз, два, еще и турелька, еще и робот. Я могу управлять? Так, этим я могу управлять, да? Ну, он особо, в принципе, не подходит, а? Надо бы потом штуку, дырочку прокачать, чтобы этими управлять, а? Роботами, а? Так, сейчас она быстро качает, что сделать, друзья. Так, сейчас. Ей, наверное, идет много каши. Вот, иди-то сюда, выкину его, а? Он нам особо не нужен, а? А тут побудет, а? Так. Во-о-о-о. Сейчас я никогда. Тихо. Что это? Ах ты же зараза. Ах ты сраная свинота.
Блин. Паскудина. Блин, где он? Проверьте, что там и как. Поищу в другом месте. Так ее я бы убил. Да твою-то мать! Осталось найти, где шкирится эта сволочь. Никого не видно. Иду дальше. Помоги. Да ж сколько же вас тут, а? Зараза. Так, там еще придурок, получается, идет, да? Чисто. Иду дальше. Так что у тебя вообще есть, а? Пошли! Не надо! Эй, блин, кустики! Я же ассасин, а? Блин, зараза, ладно, вас трогать не буду я. В принципе, мне особо не нужны, а? Как не попасть к девушке, а? Тут важнее, а? Так, штучка-дрючка получается тут, да? Прошу, блин, эти роботы, они достающие, а? Я постараюсь тебе помочь, но пока не могу. Ого! Видели, как его замутило, да? Да я понял, а? А, ты просто убегает, да? Это получается обычная девушка. Ладненько, попытка не пытка, только обойти. Зараза. Очень мало времени дается. Все, уже не найдем. Ах ты ж сволочь, а твоя родимая. Взлом гребаный этот тупой, а. Даже я не вижу взломы эти. Да поспите вы. Друзья, я не вижу взлома, хотя это в принципе и логично, то что тут взлом будет, а. Сараза. Да, друзья, я, конечно, сейчас думаю так сделать на самом деле, как я думаю, а? Ну-ка, кастета могу вырубить? Нет, не могу, да? Так, делал что-то дырно. А тут просто взлом. А это как-то надо замутить, а вот только как? Не знаю просто чем, друзья. Так, ага. Да это я понял, а. Такое прикольно было, когда нас не спалили, а. Я только единственное не могу понять. Вот это я пока точно не понимаю, друзья. Где-то фигня находится. Так, ты поспи. Ах ты ж, сука. Все-таки, друзья, не получилось меня по-тихому мутить, а. Как говорится, я пытался, но не получилось, а. Ладненько, друзья. По-тихому не получилось. Да, долго ломает, но тем не менее. Главное, ломает, друзья. Черт, я хотел по-тихому, постарался пойти, но... Этот сука может убить меня. Это реально можно реализовать. Так, это я. Да сколько же у вас этих гребаных роботов-то? Так, давайте, пока он нас не ликвидировал. Так, теперь осталось такое же пистолет. Есть, друзья, молодцы мы. Это стандартный пистолет. Я все, друзья. Мы этих ублюдков ликвидировали. Так, теперь давно нам не помешает, да, друзья?
Хотелось, конечно, пойти по стелсу. В принципе, можно было бы, на самом деле, по стелсу пойти. Но этот герой не подходит для стелса, на самом деле. Тут у него мало этих способностей. Ну и я, в принципе, на самом деле, сам прокачал мало их, а. А ты шо, блин, а? Я думал, у тебя все хорошо, чеки приварил. О, я думаю, потом хватит, а. Есть, так, дроны мы вырубили. Так, теперь самое главное, это взлом гребаный. А ты, зона, что, поможешь мне сломать? Ну-ка, давай помоги мне. Так, взлом, взлом, взлом. Так, я понял, что эта фигня идет, но куда она идет? В смысле, а не, я понял, что сюда, а дальше там что? А каким образом это я могу сделать? Вот что как, найди терминал. Так, терминал у нас находится... А, я, теперь я понял, друзья. Там все-таки я буду подняться на с вами самый-самый верх, то есть с вами, а? А, могу пойти вообще? Добавляться я? Так, где терминал находится? Так, это ж не терминал? А что это у нас такое? Это пропаганда. Нет, терминал где-то в другом месте находится. Надо найти терминал. Вон, а чё как. Подожди, я терминал нашел. Так, придется все-таки туда пешком идти, дабы у меня нет такого нормального дрона, который может взломать, а. Так, все-таки турельку я отключу. И пойми, а. И потом спокойненько. Я спускался, и она мне не парила мозги. Да, я получается полмиссии я пошел по стелсу, полмиссии я покажу без стелса. Но в любом случае, друзья, я думаю, вам понравится. Я правда старался. На самом деле, я старался по стелсу проходить. Но немножечко я тупанул, я не отрицаю. Ну, ладненько. Бывает, что сказать. Так, очки технологии. Они где находятся? Это я вечно их не собираю, а. Где-то не знаю где. Так, на самом деле, где они? А, они, может, внизу находятся. Ладно, потом посмотрим их, а. Пойдем, друзья. Ух ты! Так, освободи район. Освободим район, блин, капец, а. Эта фигня находится здесь, да? Да почему бы и нет? Что за дверь еще замутить, а? И район освободить, и девушку спасти. Испытание выполнено, вау! Красавчик Димон, а. Сейчас боезапасы пополню. Так, теперь пушку поменяю. И терминал взломаю. Чудесно. Знаешь, как говорят, диверсия это всегда хорошо. Как минимум, мы подпортили жизнь Эльбиону. Да я знаю, я очень рад, что и подпортил вам жизнь, а. Это прекрасно. Еще рад, сейчас я девушку спасу, а. Ей, друзья, все, я взломал. Теперь можно спускаться спокойненько. И тут и такой, ура, я спасу сейчас девушку, и она поцелует меня. Но, в принципе, может быть, она, в принципе, моего героя поцелует, а? Не знаю еще. Так, аккуратненько слезаем. Ух ты. Бородач, йоу. Пойдем. А этот турель, черт с ним, оставим, а? Так, теперь, друзья, можно, и, в принципе, и взломать спокойненько дверь. Открыть, я имею в виду. Сейчас уберу пушку. То мало ли подумает, что мы ее хотим кокнуть, а? Хотя я хочу спасать ее. Так, а тут у нас что? Тут у нас непонятно что. А, это уже типа другая дверь. А, может, можно было взломать так? Может быть. Будет должна. Странно, но у тебя есть толк. Спасибо тебе. Ага. Странно, но у тебя есть толк, а. Ну, Бегли, ну ты даешь, у тебя тоже есть толк, а. Бывает, такие прикольные вещи говоришь, а? Все, подруга моя, пошли. Я сейчас познакомлю тебя с твоей близняшкой-сестрой. Так, ты могу взломать, да? Ой, что-то забыл, да? А я турельку забыл. Сейчас я быстро, а? Чтобы она нас не трогала. Все. Так, убираю пушку. Все, подруга, ты где? Пошли. Пойдем. А, тут пока облом, да? Тут, а, вот, тут терминал, он, в принципе, далеко. Сейчас, друзья, я быстренько сломаю. Спасу нашу бухгалтершу. Пойдемте на миссию, пока не завершу. Не завершена еще.
если будет решено так, когда я спрошу нашу подругу, вот нашу хакершу, тогда миссия 11 под названием «Увольнение без пособия» будет завершена. Ух ты, точка неплохая. Погнали, а. Так, иди, беги отсюда, а, пока по морю не дал. Давай, садимся. Поехали. А ты какого хрена? А, типа там с правой стороны руль, понял. Так уйди, пожалуйста. Это почему-то тачка, скорее всего, ее, а? Все, что ли? И какого лешего? Поговорите с бухгалтером. А, еще надо с ней поговорить, блин. Только выйди-ка у него бородка, а? Бородатый наш хакер. Наш пчеловод. Спасибо. Келли хотели отплатить мне не золотом, а свинцом. К черту все. Организованную преступность и Лондон. Как тебе удалось увести у них деньги? Расскажи хотя бы это. Ладно. Они отмывают деньги, переводя их в криптовалюту. Суммы серьезные. Продолжай. Я установила кейлогер, чтобы перехватывать нужные пароли и опустошать их криптокошельки. Ага, нам все ясно. Спасибо. Все ясно. Ни черми, нифига не ясно. Так, поговорите с бухгалтером, на-на-на. Что? Так, задание выполнено. Задание по увольнению выполнено. Увольнение без пособия. Так, похоже, я вполне подхожу для роли бойца сопротивления. Дедсек не завербовал бы тебя, если бы ты не был живучим. Ну да, буду считать это комплиментом, Бегли. Не забивай голову. Он гордится нами. Ты умничка. Так, скажите, сэр. Не-не-не, скажите, сэр. Я подумаю, какая у меня будет 12-я миссия. Чтобы достать кейлогер с паролями клана Келли, тебе нужно попасть в здание, известное как Хребет. Чудное название. Учти, тебе пригодится бот-паук. Может, что-то и найдем. Надо проверить. Может быть, даже все-таки друзья придется, что у нас 12-я миссия, чтобы дальше идти по сюжету этой миссии, получается. Ну, вы поняли. У меня будет называться «Скажите, сэр». Ваня, сейчас, друзья, надо миссию именно замутить, именно, ну, понимаете, спасти ее. Так, эй, как тебя зовут? Джессика Сюрцаки. Ага, задание. Так, Джессика. Нет. Скажите, сэр. Просто видите, тут получится несколько заданий еще есть, а? Что я их могу повыполнять, а? Ну, я выполню все-таки, ладно, так что быть. Продолжим концепцию дальше, и 12-я миссия будет называться «Скажите, сэр». Так, сейчас нужно спасти. Завербуйте, нет, завербуйте. Так, завербуйте, так, специалист. Завербуйте, хакер. Так, боксер, начинающий. Так, это я понял. А где наша подруга? Так, нет. Так, ух ты, перчатки и прочее, класс. Золотые перчатки. Так, ух ты, задание. Так, запрос от Кейтлин. Запрос от Бегли, запрос от Кейтлин, запрос от Кейтлин. Опять же от Кейтлин, все. Агент Джессика, Сьюзен. Вот, блин, невнимательный я, не балбес, а. Вот, друзья, я нашу быстренько агентшу спасем. И все, так. Мотивация ее. Ее коллегу убил Тирнан Хенри, агент, да, которого мы тоже спасали, а. Так, теперь. Так, где ты нас находишься? Так, это получается... Ух ты! Тут можно... Вот, даже можно сразу переместиться, дабы, чтобы миссию не растягивать. Ну, делать ее прикольной, классной, интересной, но не очень долгой. Это просто еще пока я поставлю монтироваться ее. Хотя, зачем это говорю вслух? Ха-ха, ну, Адика. Вы все знаете и так. Она пока смонтируется, все такое, да. После еще других дел хватает. Так, в принципе, тут недалеко находится. Тут надо будет поставиться, сыграть на самом деле. Похитительница здесь, в отличие от нашего агента. Наверное, его спрятали где-то еще. Взломай ее оптик, и я выясню, где искать. А, все, понял. У тебя бэгли сейчас. Сейчас, бля, чуть-чуть науки, мне надо их попрокачивать, а. Сейчас, друзья, быстренько побегаем. Эти игры пойдут. Прикольный прикид, на самом деле, мой герой сделал, а. В следующей миссии, друзья, я сыграю за девушку, а. Вот тут 12-я миссия. Ну, скорее всего, так и будет называться под сыр, да. Скорее всего, так и есть. Ну, чтобы я концепцию продолжу получать, значит, уже с бухгалтершей продолжу до конца уже добью. Как я добью с этой Скай Ларсон. Так, очки технологий. Где же вы находитесь? А, вот что как.
А их не могу взять, да? Блин, мне даже... Опа! Пока на самом деле... Пока я миссию начала. Сейчас. Команда. Так, измените. Блин, у меня даже летающего пока нету, а. Ах, так. Разведатель бот-паук. Маскировка. Ладно, возьму маскировку, а. Черт. Да. И теперь нужно подумать, как туда попасть. А как туда попасть на самом деле? О, камера. Камеры наши друзья. Как говорится, друзья. Так, ушки, кстати, все полезные ссылочки, друзья, будут в описании. Так, во. Действие недоступно. А почему? Почему недоступно? Что такое? Ее коллегу убил Тиан Хенли. Так я не понял нифига. Почему действие недоступно? В чем дело-то? Так, это получится у нас мост. Так. А это у нас... А, вот что как. Сейчас, друзья, я быстро как попаду туда. Я нашел, как говорится, выход из ситуации. Ух ты, что она прикольная рабочая. Да, такая неплохая. Только, правда, не любит отсека. Это минус, а. Так, сейчас, друзья, надо быстро забежать. Да, друзья, все, я правильно иду, а. Видите, все-таки не такой тупенький у вас, а. Кстати, когда я сегодня будет стрим, надеюсь, по Fallout, если... Похитительница здесь, в отличие от нашего агента. Наверное, его спрятали где-то еще. Взломай ее оптик, и я выясню, где искать. Если, конечно, никто мне не помешает, и ничто не помешает мне, сегодня будет, друзья, стрим по Fallout 4. Мне еще учиться в эту прикольную игрушку играть, но я научусь. Я не сдамся и до конца эту игрушку пройду. Я знаю, что она долгая, я прекрасно знаю. Ну, в любом случае, друзья, я же буду ее чередовать. Так, теперь надо внимательнее быть. Так. К особенностям, где все они, а? Так, он же явно не один. Хотя, да, может быть и один. Так. Есть, круто. Это она, опять же, это была девушка. Вот что как. Так, по стелсу же хочется пройти-то, а? Поспи, а. Да сколько же вас так много, блин, сразу, а? Не, на самом деле, их реально их много, а? Блин, тут гребаные еще пауки, еще не прокачал технологии себе, чтобы вырубать их, а? Так, заблокируй ему пушки, а. Люди должны. Да хрен тебе, а. Что это? Блин, зараза. Я просто хочу пройти эту миссию. По стелсу пройти, хотя бы этого. Хочется на самом деле, а. Этот робот заколебал меня, только что я могу отключать его, а. Больше ни хрена не могу, а. Вот опять же по стелсу не получится пройти, а. Это опять будет долго, а? Чисто! Иду дальше! Чёрт! Слава богу! Следуем протоколу! Хватит! Ну ладно, постелса не получилось, а? А то же без убийства! Я же не буду убивать ее, правильно? Стелс это убийство, не убийство получается, если я не ошибаюсь. У тебя-то я не трогаю, сори, строителя. Есть, друзья! Так меня реально пока не спалило. Никого. Так, а опять же девушка. Да, друзья, все-таки вроде бы поставился, получается. Постой. Этот робот заколебывает меня и летает, а? Так. Опа, по трубе можно попасть. А нет, вот, блин, сори, не увидел по лестнице, а. Сдавайся!
Ты падла, а? Летите! Она не убила его, просто вырубили. Ха-ха, мой рай пчел. Так, сейчас надо передачу, да, замутить? Сейчас узнаем, где нашу агентшу держит, нашу подругу, а? Кстати, горы прикольные у него, а? Так. Ага, покиньте область. Да поспи ты уже, а? Надо будет не прокачать, чтобы этих роботов, дронов взламывать, а? Так, очки технологии, они находятся в Манди Ивановской, да? А, я еще одного дебила не вырубил, а? Сейчас все будет, а? А, там опять же она. Это же девушка была. Да, это девушка. Так, тут мы можем выйти, да? Или нельзя? Нет, тут у нас тупик, да? Ах, ты же зараза. Так, тут тоже у нас получается тупик. А, нет, тут не тупик у нас, тут все хорошо. Единственное, что нехорошо, это пытаешься технология. А то я хочу замутить, а. Но они находятся в неудобном месте, а. Зараза. Ну ладненько, с ними, как говорится. Анализ данных GPS завершен. Я узнал местоположение похищенного агента. Пришли координаты. Так, спасите своего агента. Ну не агента, а подругу. Агент это есть агент, ну подруга это так. Ага, ух ты, что это? Раскачайте. А, это другая миссия, да. Так, вот она. Сейчас телепортнемся опять же к ней, друзья. Ну, вы понимаете. Так, на самом деле, прикольно телепорты использовать. Ну, дабы, чтобы миссию... Я же говорю, что миссия была прикольно интересная, но... Чтобы не, слишком не затягивать на нудных моментах и на езде на машине, а? Езда на машине, конечно, прикольная, но... Тем не менее. Сейчас, друзья, пойду, я спасу нашу. Ух ты, прикольно замутили подругу, а? А мне нравится. Ну, старый медуз. Памятник прикольный, а? Реально. Так, вот все у нас кто? Так, не-не-не-не. Плотник. Не, плотники нам точно не нужны команду, а? От них толку нету, а? Так. Тут, опа. Быстренько на байке поеду, а? Ух ты, кстати, какой такой неплохой байк. В принципе, ехать недалеко, а? Наш агент здесь. И будет очень обидно, если после всего, что случилось, тебе не удастся его спасти. Эй, ты, Бэгли, не каркай это мне, а? Жека, пуша. Ух ты, твой налево. Ого, нифига себе, круто. Так, и где наш, где наша подруга? Агентша это как-то реально грубоватенько, а подруга это самое то. Наша команда не просто так вступила. Что мы назвали агент. Подруга. Джессика. Так. Я же не смотрелся даже ни хрена. Не знаю, сколько их тут, а. Так, надо подругу найти, а. С первым делом. Так. А потом уже все остальное. Зверствовать ты не обязательно. А, вот что как. Вон она где, аж на верхнем этаже. Тут у нас что? Так, взлом. Получается взлом. Ух ты, сука. Ух ты, сука. Надо быстрее спасать ее. Блин, реально ее могут убить, а. Продолжишь бесить, сделаю по-настоящему. Нужен эффект неожиданности. Блин, вроде бы девушка, а также больно по огням, блин, туда, по-моему, втащила. Проверяйте везде. Уверен, цель все еще здесь. Пошла дальше, тут никого. Сюда. Я тебя найду. Да я верю тебе, что ты найдешь меня. Только боюсь этого дрона мне. Дрон, обыщи эту зону. Смотрим в оба. Хватит! Так, теперь же. Смотрите в оба. Ага. Сейчас, сука, я тебе устрою кускину мать за мою подругу Джессику. Тут, блин, большинство девушек в Либионе, а? Честное слово.
Ого, видели, как телепорт сделал, а? Круто. А, помахаться просто придется. Я же хочу. Так что быть, я не буду их убивать, хотя хочется. Это ж сука. Опа. Давай. Молодец. Опять же девушка, смотри какая. Ты же боевая. Ух ты, какая девчуля. Что она нам помоет, дождь дает, а? А что ты тварина, а? За мою подругу, Джессику, ты, сука, альбионовская. Ух ты. Чуть не забил у нас, а? Тварин, что ты реально не убил меня? Так этот ублюдский командир, а? На тебе, тварь конченая. Что тебе можно скачать? Ух ты, раньше агентом Байном. В больницу. А, раненый. Он вообще не любит досек. Видите, друзья, получится два этих поставил, типа дизлайка. Зараза. Так, теперь взлом, а. А у кого же можно взломать? Ага. А. Блин, зараза, у меня даже бота паука же нету, а. Да твою же рождение. Так, ну, по-моему, тут у меня что-то было. Это летающее не то. Так, где-то фигнюшка летающая. Я же не уничтожал, правильно? Так, это слишком большой. Во. Так, она может взломать. По-моему, она взломывать не умеет, да? Хотя попытка не пытка, конечно. По-моему, нет. А спасать-то умеет? Не, да те кустовый бунт в районе. Так. Что ни хрена не умеет, а? Да я тоже понял, блин, зараза. Да чтоб тебя, Дима. Самое главное, что меня больше удивляет, сейчас я не могу поменять, а. Блин, не подумал я, что надо паука замутить, а. Где ты прячешься? Сейчас я приду, дура. Тварина, на тебе, сучка, а. Крашеная. Да вы реально, на самом деле, друзья. Я не пойму. Ох, тебе больше каких-то ноги возьму, а. Наверное. Хотя бы, да, к технологии. Сейчас, подожди, моя агентша, я хотя бы хоть что-то возьму себе. Имею в виду, очки технологии хоть соберу. Есть, ну радует, а. Так, 20 очков технологии. Ах, технологии. Так, что же нам можно, да? Получается, паук. Нам нужен еще и летающий, получается, дрон, а. Зомдрон-гонщик. Так. А, нам не хватает немного. Ладненько, подкопим. Так. Я могу сменить. Чисто вот реально. Почему нельзя поменять? Если я хочу. Ма, хочешь перехочешь, а? Пчела, вот. Он очень любит мед. О, во как чё, видели, друзья, как я сделал, а? Ай, я молодца, а. Нашёл бы такие ситуации. Да сейчас, подожди. Бегли, видите, друзья, все-таки нашел бы какая-то ситуация, а? Молодец. Все-таки не совсем, друзья, тупенькие у вас, а? Ну что, подруга, пошли? Всем откройся. Как выбраться теперь из этого? Вниз. Из здания. Так, это не сюда. Так, что, погнали? Так, ну, надо выход найти. Не, вниз мы с тобой. Тут не спустимся, ты у нас погибнешь, да я погибну. Мы же не бессмертные. Так, это реально дождь пошел, это круто, а. Во, все, нашел выход, погнали. Сейчас даже нашу агентшу спасу, подругу. Так, вернитесь к заложнице, блин. Вот Джессику сейчас спасу, друзья. И я завершу нашу 11-ю миссию. Так, теперь нам куда?
По-моему, сюда. Да-да-да, все. Во, друзья, нашел. В смысле, я и так бы, в принципе, замучу все. Так, ты не будешь нам мешать, я надеюсь, а? Давай, подруга, не буду смотреть. Плюс 18. А вот это замучу, а? Хотя мне, в принципе, не нужно. Так, теперь у нас выход. А, вот выход, все. Давай, Джессика, погнали. Ух ты, быстро бегает, видишь, ух, спортсменка. А, ну-ка. А, показалось мне. Там наверху, скорее всего. А маска реально его прикольно идет, а. К этому костюму подходит. Все, друзья, давай. Сейчас мы с вами выберемся, как говорится, с Джессикой. С ловушки. И всего. Ну, в Ассасине на самом деле дольше пожестче идет, посильнее, а? Тут такой, эти. Похоже, слабенький. Хвоста нет. Очередной враг Дедсек повержен, и наш агент снова в строю. Ты молодец. Все, друзья, мы спасли нашу, получается, подругу Джессику. 11 часть, блин. Так, ну вот. 11 часть под названием. Блин, ах, блин, без пособия. Забыл. Простите, друзья, пожалуйста, я быстро посмотрю, честное слово. Все вспомнил. Во, видите, друзья, хотел вам это показать. Ведь, друзья, я эту Skywars ликвидировал, осталось ликвидировать. Получается, говорят, Альбиона, Клана Келли и самый главный нулевой день. Во. 11 часть под названием «Увольнение без пособия» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! Вот, это при этом ноте мы завершим нашу миссию. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.